Юная Доминика не по-детски собрана, перебирает черно-белые клавиши фортепиано. Девочке всего 12 лет, но она уже может дать фору многим музыкантам. Совсем недавно, благодаря своему таланту, Доминика попала на сцену Государственного Кремлевского дворца, где спела в составе главного детского хора страны. Мне очень понравилось, вот когда поешь в таком, когда так много людей, чувствуешь себя частью чего-то такого большого. Когда я либо играю, либо пою, вот как-то обо всем забываешь, и как будто в отдельном каком-то мире, в другом. Очень нравится. Детский сводный хор России – это талантливые ребята почти со всех уголков нашей страны в возрасте от 9 до 14 лет. Белгородскую область представили 5 юных староскольских звездочек. Чтобы попасть в Москву, они прошли серьезный отбор на уровне региона. Каждому нужно было идеально выучить 15 довольно сложных композиций всего за один месяц. Подготовка не прекращалась даже за пару дней до выступления. Репетиционные дни были очень насыщенными, потому что репертуар достаточно сложный. Исполнялись трех-четырехголосные произведения таких композиторов, как Петр Ильич Чайковский, Сергей Прокофьев, Жорж Безе. И знаете, даже находясь в зрительном зале, душа просто замирает, сердце трепещет от такого звучания. В столице юные певцы смогли не только продемонстрировать свои таланты, но и подчерпнуть для себя много нового и полезного. Как говорил дирижер, который с вами в Москве работал, 80% думаем, 20% молодцы. Готовы? Дышим. Ребята уже вернулись домой, но на этом их репетиции не заканчиваются. Вдохновленные и счастливые, они продолжают совершенствоваться. Впрочем, их путешествие в столицу могло не состояться, когда стало известно, что 5-я музыкальная школа является обладательницей лучших детских голосов Белгородчины. Времени, чтобы собраться, было немного, а средств и вовсе не оказалось. Помощь в организации поездки старооскольцам оказал «Металлоинвест» по инициативе первого заместителя генерального директора компании, директора по производству, депутата Белгородской областной Думы Андрея Угарова. Для нашей школы, конечно, было бы очень почетно представлять Белгородскую область, потому что все 5 участников были из нашей музыкальной школы. Мы очень благодарны региональному методическому центру за приглашение и, конечно, нашим дорогим социальным партнерам, которые эту мечту, которую дети очень многие хотели ведь попасть, смогли помочь осуществить. Я рад, что мне предоставилась такая возможность выступать в хоре России. И что я не подвел свою школу и нашу область. Для староскольских мальчишек и девчонок поездка в Москву стала хорошим стимулом не останавливаться на достигнутом, покорять новые высоты музыкального поприща, прославляя и дальше своим талантом родной край и всю Белгородчину.